Витамины в таблетках – польза или вред? Посмотрим. Погоня за витаминами стала частью нынешней моды на здоровый образ жизни. Правда ли, что витамины, продаваемые в аптеках, полезны организму? При дефиците витаминов нарушается здоровье. Это общеизвестный факт. Заболевали в первую очередь те, у кого из рациона исчезали некие очень важные вещества. В итоге мы имеем такую картину. Из открытых на сегодня 40 витаминов в питании наиболее важны 12. В середине 80-х годов прошлого века Всемирная организация здравоохранения провела масштабное исследование, установив, что жители Средиземноморья страдают и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний существенно меньше, чем население Европы в целом. Жители Средиземноморья съедают гораздо больше свежих овощей и фруктов. Этот факт – снижение заболеваемости сердца и сосудов в регионах, богатых фруктами и овощами, породил поливитаминный бум. Моментально нашлись исследователи, едва ли не приравнявшие витамины С и Е, а также провитамин А к лекарствам от сердечных болезней. Фармацевтическая промышленность немедленно удесятерила мощности, а народ – расходы на покупку чудо-препаратов. Благо на них даже рецептов в аптеках не надо. А что нам говорят исследования? Американские пациенты, на протяжении 6 лет принимавшие терапевтические дозы витамина С по 120 мг аскорбиновой кислоты в сутки, болели сердечными болезнями и умирали от них с такой же частотой, как и не избалованные витаминами добавками люди. Люди с ишемической болезнью сердца принимали витамин Е длительное время, от 3 до 6 лет, но это никак не влияло на течение их болезни. На протяжении 7-14 лет здоровым людям ежедневно давалась доза бета-каротина. Пока велись наблюдения, медики не выявили уменьшение частоты смертности от сердечно-сосудистых болезней. Более того, прием бета-каротина обозначил тенденцию к росту смертей от болезней сердца. Вывод. Защитный эффект бета-каротина, а также витаминов С и Е, научного подтверждения не нашел. Употребление популярных витаминно-минеральных комплексов в больших дозах и в течение длительного периода может вызвать рак, болезнь печени, депрессию и расстройство желудка. К такому выводу пришли специалисты Британского агентства по стандартизации продуктов питания. По данным агентства, витаминные добавки приносят больше вреда, чем пользы. Особое внимание агентство обращает на побочные эффекты при употреблении в больших дозах витамина С, кальция и железа. По статистике, 40% женщин и 30% мужчин верят в то, что регулярное употребление витаминов и пищевых добавок сможет обеспечить им крепкое здоровье и продлить жизнь, однако последние исследования показывают, что это совсем не так. В частности, бета-каротин может стать причиной рака легких у некурящих людей. Никотиновая кислота ведет к заболеваниям печени и кожным проблемам. Цинк вызывает анемию и ослабление костной ткани. Магний причиняет нервные расстройства, депрессию и усталость, а от фосфора болит желудок. Датские ученые из университета Копенгагена пришли к парадоксальному выводу. Те витаминные добавки, которые люди принимают в надежде замедлить процессы старения организма, скорее укорачивают жизнь человека, нежели ее продлевают. Ученые рассмотрели результаты 67 исследований, в которых изучались эффекты витаминов А, Е, бета-каротина и селена, то есть веществ, относящихся к так называемым антиоксидантам. Участниками этих исследований были в общей сложности 233 тысячи человек, как здоровых, так и страдающих различными заболеваниями. Оказалось, что регулярный прием препаратов витамина А сопряжен с повышением смертности на 16%, витамина Е на 4%, бета-каротина на 7%. Что касается селена, то он не влиял на смертность ни в ту, ни в другую сторону. Почему витаминные добавки могут оказывать неблагоприятное воздействие на человека? Ученые пока не понимают. Высказано предположение, что они могут нарушать работу естественных механизмов защиты организма. Поэтому исследователи рекомендуют не полагаться на витаминные добавки,
а обеспечивать потребность организма в витаминах естественным путем, с помощью разнообразной и сбалансированной диеты. Это не первое исследование, в котором на большом статистическом материале показана бесполезность витаминных добавок, поскольку препараты этой категории в последние десятилетия приобрели на Западе широчайшую популярность, в распоряжении ученых появился богатый статистический материал для анализа эффективности потребления витаминов. Витамины защищают от болезней? Да, витамины защищают от болезней, но только живые витамины, не мертвые. Тот же оконфузившийся в клинических испытаниях бета-каротин пациенты принимали в виде препарата, полученного промышленным путем. Но в растениях и животных продуктах существует 200 форм каротина, необходимых организму. Все, а не один единственный бета-каротин из лаборатории. А витамин С, аскорбинка, синтезированная химическим путем на заводе, и природный витамин С из свежего апельсина – две большие разницы, несмотря на одну и ту же химическую формулу. Вокруг живого фруктового витамина непременно группируются витамин Е, ПП и другие биологически активные вещества и микроэлементы. Поэтому не стоит удивляться, что промышленная аскорбинка в исследованиях не проявила никакого защитного эффекта. То же касается и витамина Е. Большинство его препаратов, продаваемых на рынке, являются искусственными химическими соединениями, полученными из нефти, и лишь немногие изготавливаются из натурального растительного сырья. И тем не менее, пока это остается теорией, проверить, как поведут себя против болезней витамины из природных источников, ученые сегодня не готовы. И потому неясны результаты. А вдруг они похоронят производство витаминных препаратов? В принципе, достаточно очевидно, что лучше употреблять натуральные фрукты и овощи для получения витаминов, чем сомнительные химические препараты. Однако не стоит забывать, что мы живем в современном мире, где не все доступные продукты полезны, и нужно обладать определенными навыками, чтобы питаться без вреда для здоровья. Что делать? Самый простой и верный способ обогатить свой организм витаминами – наотрез отказаться от сигарет и алкоголя. Ученые доказали, что курящие и пьющие люди испытывают дефицит витаминов на 30-40% больше, чем те, кто ведет здоровый образ жизни. Продукты, наиболее богатые витамином С – это шиповник, черная смородина, апельсины, грейпфруты, перец болгарский, щавель и зеленый лук. Продукты, наиболее богатые витамином Е, это нерафинированное растительное масло, особенно оливковое, бобовые орехи, злаки, зеленые листовые овощи. Продукты, наиболее богатые каротинами, это желтые и зеленые овощи, сыр, молоко, яйца, печень и рыба. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Желаю вам крепкого здоровья, правильных витаминов. Но не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока!